Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые друзья! Приглашаю вас на прогулку по Арбату. Мы идем на Арбат, у нас прогулка по Арбату. У нас несколько целей, вы увидите, куда мы будем заходить и для чего мы идем. Ну а сейчас я хочу показать, какие у нас клумбы. Вместо цветов сейчас посадили маленькие горные сосны и высаживают. Теперь это очень модно, минимализм, в то же время зелененькое, напоминает все о том, что, ну, вы знаете, сосны ели зеленые круглогодично. Ну, вот такая вот красота у нас при входе на Арбат у МИДа, Министерства иностранных дел. И вот мы уже на Арбате, поднимаемся по изумительной лестнице. Здесь расположились выставочные залы Ассоциации художников. И нам нужно вот сюда как раз. Какие красивые ступени. Металлические. Все вот как кружевные. И вот мы в салоне модельера Татьяны Смирновой. Татьяна Смирнова, российский модельер, заслуженный художник России, член Союза художников России, почетный потомственный гражданин города Москвы. Ее коллекция Леонардо да Винчи была в Лувре, представлена наряду с другими российскими модельерами. Я познакомилась с этой чудесной женщиной еще 10 лет тому назад. И у меня есть несколько вещей из ее коллекции, которые я приобрела. Но в большей степени я покупала шляпы, потому что я безумно люблю шляпы. И я пришла сюда не одна, а со Светланой, с которой вы уже знакомы. И хотим вам показать несколько вот вещей из коллекции Татьяны Смирновой. И то хочу вот. И мы пришли сюда с целью купить что-то новенькое. Но вот сейчас мы посмотрим. А в конце фильма я вам покажу все-таки вещи, которые у меня есть и которые я купила здесь. Она так подходит вот к этому. Тяжко разбейте, я позайду к вам посмотрю. Да, конечно. Даже адрес не надо, просто Мария Великотная. Маша, вот всё. Эта шляпка мне лучше. Это не магазин, а скорее офис. И большинство вещей здесь делается на заказ. А вещи, которые висят в шкафу, это модели, из которых можно выбрать себе будущий заказ. Заказ делается по размерам. Ну, как, например, вот это пальтишко на холодную осень. Оно сделано из шерсти. Очень такая хорошая, материал дорогой. Ну, вот видите, выглядит вообще великолепно. Но у меня, кстати, есть что-то в этом роде. Ну, вы увидите дальше. Так. Ну, да. Вам очень хорошо. А у меня такой же, только, знаете, без рукава. И вот женщины уже начали мерить шляпки. Вы видите Светлану в очаровательной шляпке. И она ей, мне кажется, очень идет. Не удивляйтесь, перед вами бусы. А хотя они напоминают форму цветных шнуров, но это бусы, сделанные из ткани. И здесь их очень много, совершенно на любой вкус. И в корзиночках они лежат и висят. В общем, выбирать можно. Нас гостеприимно встретили, как старых знакомых, и сразу усадили пить чай. Какие туфельки, знаешь, внизу стоят. Он такой горький. И вот пить, ну, можно. Да. Я когда его первый раз выпила, ты знаешь, я первый раз ощутила так немножко в этот организм.
Примерки шляп приступила и я. Ну, вот это первая модель. Она, конечно, мне идет, но все-таки я выбрала более интересную. Вы увидите в конце фильма. Теперь в другую сторону. Но примерки продолжаются. И посмотрите. И посмотрите, как Светлана великолепно выглядит вот в этом наряде. Здесь прекрасный такой синий мех и на спиной, и на укороченной дубленочке, и на шляпе. А теперь поближе. Здесь также можно прикупить и серебряные старинные браслеты, и вот украшения такие. Ну а вот это платье выполнено в стиле боха. Очень красивое, из разных лоскутов, но очень красивое. Ну, наряды могут нравиться, не нравиться, но во всяком случае в этих нарядах женщина всегда будет, все будут обращать внимание. И мне вообще нравится стиль боха очень, и вот такие вот платья, наряды мне тоже нравятся. Они, кстати, никогда не выходят из моды, потому что это хендмейд, он будет вечно красив, вечно привлекателен и вечно в моде. Мы прощаемся с гостеприимными женщинами, и в конце фильма вы увидите, что я там купила. А выйдя из салона, мы сразу попали в выставку сувениров. Можно было там купить вот эти замечательные вещи, которые делают художники. Это же ассоциация. Вот сейчас мы вам покажем замечательную плоскую такую бутылочку стеклянную, которую можно использовать как подставки, под стаканы или под нарезку какую-то. Отличный сувенир, кстати, для мужчин. И под стать этой бутылочке это необыкновенной формы стаканчик. Ну вот, а теперь о моих приобретениях. Ну, например, вот эта шляпка с необычной формой. Ну вот, как я в ней выгляжу. Я ее купила, у меня есть такая сумочка тоже в модном анималистическом принте. И вот я решила приобрести эту шляпу. Как вы считаете, она мне идет? Продолжаем говорить о покупках, но вот этот жилет я купила уже давно. У Татьяны Смирновой. Посмотрите, какой замечательный жилет. Он спереди немножко короче, а сзади он длиннее. Этот жилет сделан из шерстяной, хорошей, дорогой ткани. И вот посмотрите, у него отделки. Ну вот как он выглядит сзади. Воротник, стоечка. И сзади вы видите, вот наверху он тоже украшен и сделаны из лоскутков, такая вставочка, очень красивая, ну просто очень красивая. Здесь добавлены еще и золотые лоскутки, поэтому можно носить с каким-то очень нарядным праздничной одеждой. И здесь даже есть анималистический такой принт. То есть благодаря тому, что совершенно разный цвет, благодаря тому, что такие вот вставки разные, можно подбирать разные шляпы сюда. По цвету. Разный цвет, можно и рубашки разные одевать, не обязательно, чтобы это был черный свитер под этот великолепный жилет. Отделано все это шнуром. Вообще красота, конечно, необычайная, потому что это все так хорошо, красиво, художественно подобрано. Ну вот видите, золотые вставки и вставки с цветочком. То есть вот настолько разнообразный рисунок и великолепно. Вот видите, Татьяна Смирнова, это ее марка. Она золотом вышита. Вот.
Ну вот как раз про то, что я говорила, анималистический принт здесь. Эта техника напоминает пэтчворк, но здесь высокохудожественно это все. Вообще очень красиво. Я где бы ни появлялась, я всегда привлекаю к себе все взгляды окружающих. А вот эта вот шляпа, которая тоже приобрела у Татьяны Смирновой. Мне она очень нравится. Она носит такой налет ретро, винтажный. Но это сейчас ведь и в моде. Со временем я немножко видоизменила украшения на шляпе. И сейчас вы увидите самую мою любимую шляпу из коллекции Татьяны Смирновой. Ну, вы, кстати, ее можете видеть у меня на аватарке. А вот еще одна очень удачная у меня покупка из коллекции Татьяны Смирновой, тоже шляпа. Посмотрите, какие красивые цветы, они все отделаны золотом. Настоящий райский сад. А материал бархат, который сейчас тоже очень в тренде. А вот шляпка, которую я приобрела в этот раз. И мы возвращаемся к прогулке по Арбату. А вот какую необычную сценку я застала, выйдя на улицу. У памятника Акуджава фотографировались китайские туристки. Ну а мы спешим дальше на открытие фестиваля Непала, где можно купить даже что-то из продуктов. Торжественное открытие к 2 часа при участии посла Непала. Будут национальные танцы Непала. И, ну, в общем, очень-очень будет интересно. Это индусы не самые большие. Это было вообще. А что это? Есть а что это? Финики. Иранские финики. А почему финики? 120 рублей? Да, 120. Чай вот здесь. Без добавок вот эти два. Без добавок. Ой, финики такие вкусные. Да, мягкие, они не сушеные. Можно попробовать. Надо же для детей такие тапочки. Или вот валеночки. Ой, смотри, какие Деда Морозы. Новогодние, да. Спасибо. Thank you. Понче. А вот еще, смотрите. Посреди Арбата раскинулся Южный базар. С чего здесь только нету, со своими богатствами. Ой, какой шикарный платье. Очень жилетки эти нравятся. А вот штанцы у них, по-моему, вот эти. Или что это? Юбки. Да. Thank you.
так. Эти сумки стоят? А? Сумки сколько стоят? 1500. Рюкзаки по 1000. Тысяча 500 стоят. Она мне сказала. Дополнительные сами заботы. Это пока у меня там есть чудо вот этой самки. Посмотрите, вот вот так. Ой, красиво. Все можете повысить, поставлять. Ну а когда мы, нагруженные пакетами, покупками, подарками, очутились на улице, мы услышали изумительную музыку, которую исполняли на, да-да, на пиле. А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Обнимаю вас. Желаю вам всего самого лучшего. Если понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайки. А у вас есть возможность еще послушать эту музыку. До свидания.